Рождество – один из важнейших христианских праздников в более чем 100 странах мира. Он установлен в честь рождения Иисуса Христа. В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие. Родился в мир богомладенец, Сын Божий. В православии Рождество Христово празднуется 7 января. Оно входит в число двунадесятых праздников и предваряется рождественским постом. Традиционно один из главных праздников православного мира начинают отмечать накануне, в Сочельник – Праздничные богослужения в храмах Северского района начались 6 января ближе к полуночи. Для каждого верующего рождественская всеночная – это особое торжество, на которое принято ходить всей семьей. Вслед за Рождеством по церковному календарю наступают святки, которые длятся 12 дней до крещенского сочельника.